А сегодня в доме пахнет пирогами. Яблочный пирог с корицей. Я вообще не любительница печь, с тестом не дружу, но вдохновившись вкусняшками обалденными, которые готовит и показывает нам Герман с канала Гектор Канал, вот решила тоже что-нибудь слепить. Пахнет вкусно. Начинаем день с чашки кофе под ландышевое настроение. У меня такой приятный стоит сейчас аромат в кухне. Кофе. Слышите, в кофеварке там еще доливается кофе. Я не выдержала, налила себе чуть пораньше кофейку. И прекрасный аромат ландышей лесных. У меня тут прям такое лето, божьи коровки, цветочки, и на посуде тоже ландыши. Это, кстати, фарфор, коростень. Очень красивый. Сюда я обычно кладу какие-то печенья или мелкие такие пирожные. Но поскольку я отказалась от сладкого, то вот так просто кофе с таком. Всем желаю еще раз доброго утра и хорошего дня. Стою пока на остановке, жду транспорт, ходила к зубному врачу, и пока стою, думаю, покажу вам, мы здесь уже были, культурный центр Кая, и здесь еще Мустамяя, управа Мустамяевского района, района Мустамяя, и хотела рассказать о том, что вот там на крыше управа решила поставить улье, и там настоящий мед добывают, ребята, собирают мед. Ну и поскольку я тут... мой автобус идет, сейчас я поеду. И что я хочу сказать? И здесь как раз выпускной сегодня празднуют. Наверное, лучших награждают, раз это именно в управе. Сейчас покажу вам. Фотографии вставлю с баночками меда. Компания стоила €59 подсолнечное. Сейчас минус 37%, 99 центов. Офигеть! Аттракцион невиданной щедрости. Вот это да. Так, ну вот, я сходила в Lidl. Что купила? Купила вот такой майонез. Много здесь его. 820 грамм. Впервые я такой майонез беру. Даже никогда не видела. Просто случайно вот обратила на него внимание. Вчера мы заходили с Наташей, с моей сватьей, и с собой не хотела возить. Думаю, пойду и куплю. И вот сегодня сходила, купила. 2,99, ну, 3 евро. Купила вот такой 2 бекончика по евро. Евро там с копейками. Евро 8 или евро 10. Что-то такое вот. Значит, по евро. Селедка
Селедка что-то около 2, по-моему, евро. Так, сейчас не помню, сколько селедка. А, евро 23. Евро 23. Да, конечно, тут 220 грамм. Не может оно стоить больше 2. Евро 23. Потом купила мороженое, пломбир. По-моему, это литовское. Или нет? Не знаю, ребят, сейчас не могу вам сказать. Написано только на литовском и на эстонском. Я думаю, что это литовское мороженое. Пломбир 39 центов штука. Вот такой вот йогурт ванильный. 2 штучки. Такой десерт ванильный со сливками взбитыми. Очень мне нравится вот такая вот макрель горячего копчения с сыром. Вот она стоит килограмм 11 с чем-то, а здесь полкило и 400 грамм. 400 грамм, 4,86. Так, ну здесь много-много-много сырочков глазированных. Я уже говорила 100 раз, что там очень вкусные сырочки. Гораздо вкуснее, чем в других магазинах. Пряники за евро 47. Здесь 500 грамм. Хит сегодняшних продаж, или вернее моих покупок. Вот такое растительное масло. Оно по скидке, увидела я его на канале «Из Эстонии с любовью». Лен, спасибо тебе за видео. И тоже решила купить 2 бутылки. Они, значит, стоили евро 57 или 59. Ну, евро 60, скажем так. И минус 37% скидка по 99 центов. Вот я купила 2 таких бутылки. И еще не нашла я там фэри. Увидела вот такое средство с яблочным ароматом. Написано, что это новинка. Сколько же оно стоит, ребяточки мои дорогие? Оно стоит 99 центов. Не знаю, как будет мыть посуду, но во всяком случае оно дешевле фэри. Но фэри мне очень нравится. Я просто его не нашла. Я бы, конечно, купила фэри, но вот попробую это. Здесь 0,5 литра средства. Сырочки, они от 30 центов до 40. Не знаю, почему одни 30, другие 39 стоят. Ну, вот такая цена. А вот это все покупки. Я обещала моим российским зрителям, что я буду переводить в рубли и в описании добавлять. И, ребят, я постараюсь не забыть, потому что вот поставил видео и забыл. Постараюсь не забыть, прямо положу чек и покажу вам, сколько это мне покупка обошлась в рублях и что сколько стоит в рублях. Всего я сегодня заплатила 23,64. Все, вам спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока. Пишите, что вам еще интересно и что хотелось бы увидеть или узнать.